Доброго ранку. Ми в ці дні. Давай. Дуже приємно представляти цих гостей. Анна Зарічна, засновник проєкту Self-Made Group, та Тала Зарічна, керівник по зв'язкам з громадськістю проєкту Self-Made Group. Доброго ранку. Доброго. Короче, о мужском. Говорят, что там леди с плейбоя приезжают. Ой, Дима, я тут просто зранку почала розповідати про наш майстер-клас Даши Астафьевой. Так, Дима, тут як кіт, то ходив. О, Боже, мене хтось запросить. Може, я піду теж. От, ну, давай. Я для тебя хорошая новость. Ты не идешь? Мы тебя приглашаем. Это для тебя. Это для Маши. Я думаю, что она у нас и в команде, и наша частичка. В портале это будет происходить. Мы не приходим с пустыми руками, мы всегда приходим с подарками, поэтому... Мне кажется... От меня, я тебе обещаю, фото с Дашей обеспечено. А можно не просто фото с Дашей? Можно какое-то продолжение после фото что-то с Дашей? Что-то фотозировать, и придется нового жучка продать. Да, понятно. Хорошая шутка, кстати, вы не оценили, смешно. Спасибо. Так вот, мастер-класс Даши Остапьевой. 6 квітня в кінотеатрі «Портал», 18:30. Давайте розкажемо про нього більш детально, як ми прийшли до того, аби запросити Дашу. Мені кажется, що зараз вже прийдуть не тільки дівчатки, але й мальчики. Да. А тепер можна. Да, да, да. Причому, скажем так, дуже багато дзвінків на наш self-made групповский телефон именно от мужчин. Потому что, во-первых, как бы нам приятно отмечать за то, что за год существования self-made группы мужчины отмечают то, что они довольны, когда женщины приходят с таких мастер-классов. У них есть улучшение в общении. Женщины довольны. Они приходят немножечко под шампанское домой, да? Почему бы и нет, под легким аперитивом. А именно на этот мастер-класс действительно нам приятно отметить, что звонят сами мужчины и хотят приобрести билеты для своих женщин, но их всегда спрашивают. Уже вот третий звонок у меня был, говорит, а можно и мне прийти? То есть, ну, и мы приняли решение все-таки в этот раз отойти от нашего формата, что это чисто женский проект, все-таки нам будет приятно наблюдать в этот раз и мужчин. Просто дело в том, что если мужчина придет вместе со своей женщиной, то мужчина будет сидеть вот так вот. Женщина будет так. Отвернись, не смотри на нее, что ты на ней палишься. Примерно так это будет происходить, мне кажется. Не думаю. Ну, я думаю, что понравится и мужчинам, и женщинам, каждый для себя возьмет полезное что-то. Варто відмітити, що ми активно співпрацюємо з самими глядачами, тобто ми прагнемо, щоб вони також ставили свої питання. Зазвичай майстер-клас не просто виходить лектор, розповідає свої якісь теми, але завжди є якась співпраця з залом. Тобто готуйте свої питання, можете надсилати їх анонімно, там, наприклад, мені чи будь-якій учасниці Self-Made Group, і ми обов'язково будемо їх озвучувати. Але давайте поговоримо про те, що в принципі буде у цьому майстер-класі. Я коротенько розповідала на початку реклами її історію, але можна повторитися, я думаю, тому що початок був о 7:20, чи, можливо, хтось спав. Во-первых, хочу сказать, что мы давно хотели сделать какой-то мастер-класс такой, скажем, провокационной темой, очень пикантной, чтобы наконец-то мы начали в нашем городе говорить об этом в открытую. И, конечно же, Даша, мне кажется, отличный пример девушки, которая в первую очередь сексуальна, она имеет харизму. И как-то мы сидели нашей командой и приняли решение, что она... нужна нам. Ну и как всегда, все сложилось очень гладко. Я считаю, я всегда говорю, что наш спикер – это человек, с которым все у нас получается с легкостью. И Даша будет говорить, естественно, о том, как раскрыть в первую очередь сексуальность в себе, уверенность. Потому что все знают, что она в детстве на самом деле считала себя гадким утенком. У нее было очень много комплексов и неуверенности в себе. И эта девушка действительно показала, насколько можно саморазвиваться в первую очередь, да, и достигать успеха. И тем более не на каждую девушку Хью Хефнер обратить внимание. Согласитесь. Далеко. Да, да. Кстати, я даже приду снимать сюжет. Все, кстати, решено. Наш город будет первым, потому что Даша Астафьева начинает свое новое направление в ее творчестве. Это спикерство, проведение мастер-классов. И нам повезло, наш город Кропивницкий, мы первые открываем такую ступень в ее новом развитии. Я знаю почему.
Потому что наш город считается самым сексуальным в Украине. Это правда. И у нас самые сексуальные леди. Да, вот, это же правда. Поэтому все логично. Все логично. Как долго будет длиться этот мастер-класс? Будет длиться 2-2,5 часа. Плюс, конечно же, вопрос-ответ, общение с залом. Я думаю, что у девушек в процессе возникнет очень много вопросов. У меня уже есть вопрос, если честно. Напишешь его или задашь, я думаю, это будет очень здорово. Конечно же, традиционная фотосессия, розыгрыш подарков. Мы, как всегда, готовим и ярмарку от партнеров. У нас будет очень много живых цветов в этот раз. Я немножечко приоткрою занавес. И несколько новых фотозон. Угу. Поэтому мы вас приглашаем, девушки, вместе с мужьями. Я думаю, что потом ваша ночь будет, возможно, даже очень неспокойной и романтичной. Я если понимаю, что у нас Даша утренняя передача, но тем не менее мы же вдохновляться должны отовсюду и вдохновение черпаем. Тобто, фактично, це зустріч цікавих творчих людей, всіх разом об'єднує, цікавий спікер, фотозона, варто відмітити, Ніколенка, так, як завжди, да, разом з нами, один з найкращих фотографів у нашому місті, і у вас буде можливість ще отримати міні-фотосесію, а він такий, зробить вам класні фотографії. Более того, школа Аліфанова у нас буде працювати традиційно, будуть підводити, підкрашувати губки нашим дівчинкам, підкручувати локони, тому ті, хто не встигли після роботи навести марафет, девушки в этом помогут. Угу. Поэтому у нас все включено и все продумано до деталей. Так, все, хватит об Астафьевой, потому что утро, значит, перестает быть томным. Вы мне скажите. Замечательный заряд на целый день. Вы мне скажите, кто будет еще в ближайшее время, с кем переговоры какие-то ведутся, или пока это все интрига? Мы ведем переговоры, да, ну, в принципе, любим делать сюрпризы для наших зрителей, поэтому это интрига. Но мы всегда общаемся, да, мы проводим опросы, поэтому тоже, если кто-то из наших зрителей, из девушек хочет увидеть того или иного спикера, хочет с ним познакомиться, пишите, мы всегда это отмечаем и, конечно же, с удовольствием приглашаем по возможности. І давайте ще раз максимально швидко нагадаємо взагалі про діяльність Self-Made Group, про те, чим ми займаємося, в якому напрямку ми рухаємося, тому що дуже часто виникають такі питання. Self-Made Group – это женская комьюнити, которая вдохновляется. Мы вдохновляем девушек, в первую очередь девушек, на саморазвитие. Мы их мотивируем и помогаем поверить в себя. Это очень здорово. Ну и, конечно же, все наши встречи – это, я называю их кругом женской силы, потому что мы все вдохновляемся, мы обмениваемся энергией и тем самым становимся наполненными и конечно же, от этого, когда женщина наполнена, она вдохновляет своего мужчину, она является для него музой. И достигать вершин в кар'єрі і в житті становиться намного легче. Тож, шановні, надихайтеся, давайте мотивуйте себе до розвитку. І нагадаю, майстер-клас 6 квітня у кінотеатрі «Портал» 18:30. Так. Спасибо большое. Мы вас будем ждать, гости. Дмитрий, и вас в том числе, в первую очередь. Да, да. Ну, а мы вернемся после небольшой паузы.